Да? Чеши. Добрый вечер. Здравствуйте. Как громко. Спасибо за бурные и продолжительные приветствия. Приветствия Петра Ильина и Антона Горбунова и Армена Эмираба и Артема. В общем, добрый вечер. Клуб Алексея Козлова, добрый вечер всем, кто пришел. И всех верующих и неверующих, и неопределившихся, в общем, с праздником. Для кого это, кто понял, для того это праздник, кто не понял, ну, мы вас ждем всегда. Вот. Ну и сегодня, я имею в виду Пасху. Пасху на территории России. А? Международный день цыган. Вот, например, вот столик, пожалуйста, встаньте. Это Екатерина Лиманова. Да, я правильно угадал. Пресс-студию. Бармен, пожалуйста. Итак, наша первая композиция.
Как она называлась? Чилим. Это вот такое интересное название, кто знает. Композиция про орех. Иногда. Вторая композиция. Вам нравится вообще, да? Да! Воу, да! Не вижу ваших. А чего же не вижу? Ничего не вижу, кстати. Свет так бьет глаза. Ничего не вижу. Ваши бокалы. Вот. Не вижу ваших бокалов. Thank you.
Спасибо. Антон. Сражался Антон Горбунов. Петр Ившин. И следующая композиция, которая начнется неожиданно для всех. Открою секрет, это будет вступление. Thank you.
Спасибо. Композиция называлась «Так просто». В смысле, «Так просто» — это название. Не просто так, а вот «Так просто». Петр Ившин еще раз, Антон Горбунов, Арман Миранов. Но есть варианты. Давайте спорим. Да, давайте поспорим. Может быть, хотя бы стойте. Алексей Самарин. Ага. Это, кстати, вариант. А теперь мы попробуем сыграть старый, добрый рок-н-ролл. Какой у нас сегодня веселый вечер. Вечер с Петром Ившиным. Ура, поехали. Thank you.
Chapter Mission. Untuk bertemu. И эта композиция называлась «Быстрее, быстрее!». И на этом наше первое отделение заканчивается, закончилось. И начинается второе отделение. И следующая, первая песня во втором отделении. Называется. Thank you.
Спасибо. Это было джазовое танго. Имени кого? Сложный, Антон Борисович, сложный вопрос. Скорее, для кого? Хорошо. А теперь папа пришел. Thank you.
Thank you.
Петр Мишин, Антон Горбунов, Армен Мирадов. И композиция. Композиция «Папа пришел». Спасибо большое моему папе, который когда-то зашел. Ну, плохо. Друзья, вот скажите, пожалуйста, что такое тунди-дунь? Я понимаю, что это смешно, но тем не менее это название следующей композиции. А почему оно такое, сейчас особо талантливые из нас поймут. Thank you.
Thank you.
Мучение? Мучение, что сыграем? Мучение ритма? Хорошее название для пьесы. Для пластинки. Композиция «Мучение ритма» исполняет... Да, друзья, если бы вы слышали, что здесь творится на сцене, какие искрометные шутки летят друг от друга в нас. А вы слышите, да, иногда? Вот в чем дело. Все в народ. Мы сможем дальше продолжать. Мы тоже. С радостью. Ура! Антон Горбунов, Петр Ильин, Армен Мирович.
Спасибо, Антон Горбунов. Спасибо. А теперь перейдем к спортивному разделу. Самбо жизни. Водные, видные процедуры будут чуть позже. Стойте бара вот за вашими спинами. Спинами. Вот спинозу. Thank you.
We'll be right back.
Петр Рышин и его ударный класс. Его удар. Ну, не совсем, это, конечно, будет всем привычное нашему человеку Мурка, конечно, нет. За 300. 300 евро, 350, дальше какие? С выходом, день цыгана, 1050 евро я слышу, да? 1068. Левое крыло, 8 этаж, 2017. И это было название следующей композиции. На самом деле, нет, не 700, нет. И не 7.40, но 7.40 мало, что это. 7.42. Давайте мы не забудем, вспомним, что сегодня у нас за день. И мы сыграем сейчас про любовь. Микрофон так далеко подвинул. Баллада о любви. Thank you.
Спокойной ночи. Итак, с вами были Антон Горбунов, Петр Рыжкин, Арман Миранов, и это клуб Алексея Козлова. Спасибо, спасибо, что пришли, что вас поддержали. Спасибо вам, что мы играли. Спасибо вам, что слушали. Дмитрию Рыбалову отдельное спасибо, ура! Это автор термина. Я даже боюсь произносить.